Здравствуйте, сегодня у нас Samsung Mega i9200. Сложность данного аппарата заключается в том, что здесь не идет AMOLED-дисплей, как на всех остальных Samsung, а здесь идет EPS-матрица с подсветкой, как на айфонах. И здесь идет не стекло, а идет сенсор. Начинаем разборки. Разбирается он вот так вот. Контур, вот щелкаем все клипсы. Снимаем все шлейфики, извлекаем плату. Затем ставим на сепаратор, нагреваем градусов 90-95. У меня здесь модуль уже был вмененный на китайский, потому к рамке он приклеен не очень сильно. Как в оригинале приклеен, не знаю. Так, от рамки модуль мы отделили, щелкаем коннектор сенсора, отгибаем его в сторону и начинаем срезать. На китайском модуле приклеен он достаточно сильно, клей какой-то твердый, снимается не очень хорошо. Дисплей у нас снят. Можно вот таким методом, когда клей скатывается, можно вот так его скатывать пальцем, при этом подогревая. Пальцем при этом не весело. Для размягчения клея использую жидкость Баку для удаления окиси с плат. Контрольная проверка, дисплей работает. Можно приклеивать сенсор. Сенсор, естественно, тоже проверяем. Подсветку снимать не буду, буду приклеивать ее по кругу скотчем. Сзади заклеиваем обычной пленкой, спереди по краям нахлёст 0,5 мм тонким скотчем приклеиваю по кругу. Метод этот не очень хороший, новичкам делать не советую, потому что большой риск попадания клея в подсветку, где-то скотч плохо приклеится и все-таки клей затечет. То есть лучше все-таки снимать подсветку и не рисковать. Наносим клей вот такой фигуркой. Пинцетом прокалываем пузырьки воздуха и убираем маленькие стороны. И приставляем аккуратненько сенсор. Снимаем защитную пленку, чтобы видно, что пузырей нет.
и ставим под ультрафиолет на минуту-полтора. Затем на клей B7000 приклеиваем наш сделанный уже модуль к рамке. Клей сохнет до полного засыхания примерно 10 часов. На 10 часов надо прижать его для хорошего результата. Итак, телефончик у нас готов. Все прекрасно получилось. Сенсор работает, подсветка не затекла. Всем спасибо за внимание. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.